По данным районной администрации, туда регулярно поступают жалобы от жителей и управляющих компаний с просьбами очистить город от несанкционированных гаражей ракушек. Люди указывают и места их расположения. В данном случае гаражи находятся на земле, на муниципальной земле. Вот. Как правило, вот люди, с которыми я общался, как правило, люди приходили. В 98 году им дало разрешение на установку этих гаражей архитектура города Солнечногорска. Вот. И то там давался договор на 11 месяцев, который, разумеется, давно истек. Районный отдел потребительского рынка установил, незаконные гаражи стоят на муниципальной земле. Только на улице Ленинградская в результате проверки зафиксировали 24 ракушки. У дома номер 2 их оказалось 10. Владельцам дали предписание до 9 сентября освободить территорию. 7 владельцев отреагировали и демонтировали гаражи самостоятельно. Остальные ракушки убрали силами муниципалитета. Улица Ленинградская, дом 8. Здесь было зафиксировано 14 гаражей ракушек. На сегодняшний день их осталось 4. Мне не мешали, не знаю. Ну, эстетика нарушена. Ну, значит, мешают, стоят, много места занимают. Так много машин станет, а так мало. Ну, лучше сносить и сделать нормально, как вот здесь сделано. Районный отдел потребительского рынка и услуг намерен продолжать начатую работу в городе, а затем и по всему Солнечногорскому району. Оксана Боярова, Евгений Корнилов, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».